Друзья, всем привет! И сегодня мы будем изготавливать мини-воздушный насос. Для этого нам потребуется вот такой вот водяной насос из-под стиральной машинки автомат. Вот эту приблуду я открутил, она нам не нужна будет. Вот так вот я подмотался проводами. Работает он на 220 вольт. Вот, сделал вилку. Что нам надо еще будет? Шприц. Вот такой вот шланжик. Суперклей. Вот такой вот монтаж клей, паяльник, ну там, короче, по мелочи. Ну и обязательно вот такую крышку. Нашел крышку из-под канистра, она четко подходит вот сюда. То есть сделаем тут большое отверстие. Тут, ну, в процессе работы, короче, все покажу, объясню, как что. Ну что, ребят, перебазировались мы на летнюю кухню. В гараже что-то прохладно, отопление не стал включать, решил на летней кухне. Короче, что нам сейчас надо будет? Надо будет вот в этой крышке сделать побольше отверстия. Отверстие мы будем делать с помощью паяльника. Вот так вот будем прожигать. Пускай будет неаккуратно, некрасиво. Вот так вот будем прожигать. А потом это все дело вырежем. Вот так вот. Короче, сейчас в центре сделаю отверстие. Отверстие для того, чтобы наша крышка, вот так вот она у нас оденется, будет тут отверстие. Отсюда будет засасывать. Проделаем вот это отверстие чуть побольше. Чуть побольше. Для этого нам нужен будет шприц. Мы срежем верхнюю часть, вот эту вот пипку. И в боковое отверстие вставим. Это для нашего шланжика, для нашей трубки. Воздушный насос у нас получился, мини-воздушный насос. И, кстати, очень неплохо качает, как вы видели в видео. И не надо больно изощряться, что-то там придумывать. Вот у каждого, наверное, есть машинка-автомат, у кого-то, может, сломалась, то все и уже не подлежит ремонту. И там есть вот водяной насос. Из водяного насоса мы сделали воздушный насос. То есть он отлично подойдет для аквариума или еще для каких-то нужд. То есть вот я показал, как он работает. В принципе, все отлично получилось у нас.
Так что, ребят, кому понравилось видео, не забываем делиться с друзьями. Жать кнопочку на колокольчик, чтобы мои видео вы узнавали о новых выпусках видео на моем канале. Ну и, конечно, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем до новых встреч!